Я хотел поделиться псалмом сегодня, и этот псалом может каждому послужить в момент искушения. Начальнику хора псалом Давида. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка, и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходят звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилищу солнцу, и она выходит, как жених из брачного чертога своего радуется, как исполин пробежать поприще. От края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Повеление Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны. Они вожделеннее золота, и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. И раб твой охраняется ими. В соблюдении их великая награда. И от... кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня. И от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой. Аминь.